пилигримы. Лунтик! Лунтик! Кузя, ты куда собрался? В поход! Ты со мной? Прогуляемся! В такую погоду? Давай лучше завтра, когда гроза пройдет. Эх ты, неженка! Не хочешь, как хочешь. Я тогда без тебя. Кузя, подожди! Кузя! Ничего не понимаю. Вчера тебе было лень даже выйти на улицу, чтобы поиграть в мяч, а сегодня в поход. Это потому, что надо воспитывать силу воли. Надо закаляться и преодолевать трудности. И вообще, сколько можно сидеть на одном месте? Пора мир посмотреть. Что? Мир посмотреть! Прыгай! Ты что? В такой шторм? Эх, слабак! Ну, тогда я один. Одного я тебя не отпущу. Здорово! Теперь мы пилигримы. Кто? Пилигримы, путешественники. Кузя, ты же никогда не любил путешествовать. А теперь люблю. Кузя, осторожней, ветка! Похоже, Кузя заболел. Заболел? Да, придется делать укол. Укол? Корней Корнеич, Кузя очень боится всяких уколов и прививок. Он из-за прививки-то в поход и пошел. Что же делать? А сделайте сначала мне укол. Кузя увидит, что это можно легко перетерпеть и не будет бояться. Почти не больно. Теперь твоя очередь, Кузя. Ничего, кольнут немножко. А может, не надо? Потерпишь 5 минут. Убежит болезнь в окошко. И здоровье тут как тут. О, совсем не больно. Не волнуйтесь, ребятишки. Ты не прячься, муравей. А я не прячусь. Дружно сделаем прививку. Вместе будем здоровей. Да, я уже сделал прививку. Конечно, когда тебе делают укол или прививку, придется немного потерпеть. Но это не так больно, как многие думают. Недаром говорят, у страха глаза велики. Зато потом не заболеешь. И сможешь также беззаботно и радостно петь веселые песенки вместе с Кузей и Лунтиком. Если хочешь быть здоровым, а ты ведь хочешь? Время с пользой проводить. На прививки и уколы ты не бойся приходить. Не надо бояться. Давайте все к нам на прививку. Не бойся, приходи. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ой! Потоп. Вода? Вчера ее здесь не было. Лунтик, пожалуйста, хватай каску. А, спасибо, Лунтик. А откуда здесь вода? Это все из-за ночного ливня.
Пруд вышел из берегов и затопил мой дом. А, и мой домик, наверное. Не волнуйся, Зонтик, вода скоро высохнет. Эх, зонтик-то я забыл. Надеюсь, с ним ничего не случится. А вдруг с моим домиком что-то случится? Надо проверить. Увидишь мой зонтик, принеси, пожалуйста. Хорошо. Какие красивые водоросли. Смотрите, я колокольчик. Как здорово! У нас таких водорослей нет. Смотрите, там, наверное, еще много интересного. Мальки, что вы здесь делаете? Вода скоро будет высыхать. Мы должны вернуться в пруд. Вас, пиявка, это тоже касается. Да пока вода высыхает, можно еще 100 раз туда и обратно сплавать. Да, точно, там, наверное, еще столько интересного. Да, точно. Цветочек, сейчас я тебя... Ой! Здравствуй, Лунтик. Здравствуйте, Пискарь Иваныч. Что случилось? Это все эти глупые мальки. Уплыли сами не знают куда. Ой, и я не знаю. Вода скоро высохнет. А вдруг они и потеряются, не смогут вернуться. Что же делать? Я могу их найти. Я давно здесь живу и все знаю. Это было бы просто замечательно. Спасибо, Лунтик. Не знаю, как и отблагодарить тебя. Как отблагодарить? Я знаю. Последите за моей ромашкой. И что прикажете мне с этим делать? Вот ты где. Плыви, пожалуйста, назад. Сперва догони меня. Догнал. Так нечестно. На помощь! На помощь! Плыви назад. Я помогу тебе выбраться, а ты плыви скорее домой. Плыви скорее! Вот теперь я запутался. Помогите! Спасите! 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 Мы в ловушке под зонтом! Где вы? Ой, я хочу к маме! Я хочу к маме! И к папе! Вы там? Не бойтесь, я сейчас отнесу вас домой. Надо скорее вернуться в нору. Надеюсь, с зонтом все в порядке. Это же мой зонт! Лунтик, ты нашел его. Спасибо. Подождите, дядя Корней. На помощь! Спасите! Мы не можем доплыть до пруда! Помогите! Спасите! Мы больше не будем уплывать! Заберите нас! Я сейчас отнесу вас домой. Вас слишком много. Я не смогу всех отнести. Мы не попадем домой! Лунтик, что происходит? Почему в моем зонте сидят рыбы? Тут такое... Что же делать? Вода уже уходит, а их все нет. Еще чуть-чуть. Сейчас. Лунтик, зачем ты зонтик притащил? А где же мальки? Ты их нашел? Мы тут, Пискарь Иваныч! Мы тут, Пискарь Иваныч! Мы тут! Благодарю вас за спасение мальков. Да, спасибо вам! Пожалуйста. Мальки, домой. Конечно, после этой истории мальки стали намного умнее. Пойдем и мы домой. Да, да. И поняли, что старших нужно слушать. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Звездный дождь. Смотри! Ой, звездочка упала. Ты видел, да? Видел! Ой, еще одна. И еще они вспыхивают из темноты. И летят вниз. Интересно, а почему они падают? Наверное, это новые звездочки рождаются. Ага, они еще малыши, и им трудно удержаться на небе. Эх, и где теперь эти звездочки-малыши? Лунтик, вдруг они огорчатся, что упали, и погаснут. Бежим, соберем все упавшие звезды и принесем их домой. Точно!
Они будут жить у нас, пока не вырастут. Лунтик, смотри, там за ручьем что-то светится. Нужно попасть на ту сторону. Я знаю, где плот. Правее, правее, держать! Лунтик, греби быстрее! Толкай сильнее! Я стараюсь, Кузя, но нас все равно сносит! Давай, Лунтик, поднажми! Кузя, смотри! Камень! Ой, а где же наши звездочки? А вдруг звезды уже погасли? Кузя, сюда! Лунтик, ау! Лунтик, ты где? Лунтик! Я тебя нашел! Наши звездочки танцуют! Бежим! Были. Мы так волновались. Разве так можно? Ну и ну. Мы хотели звездочки спасти. Звезды только кажутся маленькими, потому что они далеко. На самом деле это огромные яркие солнца. Они настолько горячие, что вблизи звезды все превращается в пар. Поэтому звезду нельзя взять и принести домой. Ребята, а теперь самое главное. Звезды не падают. На самом деле падают космические камни, то есть мусор. Когда они подлетают к Земле и входят в воздушную оболочку, они так сильно раскаляются, что начинают светиться, как звезда. Не долетев до Земли, они сгорают и гаснут. Эти камни называют метеорами. Сегодня вы наблюдали целый поток метеоров и называют его «звездный дождь». Ой, надо же! Вот это да! Все-таки у Лунтика и Кузи появились свои домашние звездочки. Эти звезды всегда с друзьями, и к ним можно даже прикоснуться. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Как же я люблю ходить в гости. Почему? Предлагают самое вкусное, самое лучшее. Шершуля, мы опаздываем. Лунтик, не скучай. Пойди погуляй с друзьями. Ага, пока. Гость. Ну вот, теперь не погулять. Надо скорее домой. Вот бы ко мне кто-нибудь в гости пришел. Лунтик! Дядя Шнюк? Здорово! Ой, я тут... Ой! В паутине запутался. Давайте я вам помогу. Теперь вы будете моим гостем.
Меня никогда не приглашали. Я вас приглашаю. Бабули с дедулей нет, так что принимать вас буду я. Вот вам тапочки. Спасибо. А теперь пойдемте греться и сушиться. А паутину посушить можно? Конечно, вешайте и садитесь. А я пока поставлю чайник. Дядя Шнюк, я же забыл усадить вас на самое лучшее место. Прошу вас. Теперь вам удобно? Да, не очень. Ой, чайник вскипел. Осталось взять варенье. Ой, сколько тут баночек. Возьму эти. А вот и чай. Спасибо. Вылейте чай в блюдце и подуйте на него. А, хорошо. Фу. Ой, извини. Да ничего. Вот, кладите сахар, а я сейчас вернусь. Там есть печенье. Берите его и макайте в любое варенье. Ну, ладно. Будет очень вкусно. Вкусно? Это же горчица! Ой. Горю! Горю! Вот, запейте сладким чаем. Ой, какой соленый чай! Соленый? Кажется, я принес соль вместо сахара. Сейчас я за ним схожу. Не стоит, я уже пойду. Дождь наверняка закончился. Видите, дождь еще не кончился. Можете еще у меня погостить. Ладно. Кажется, что-то горит. Моя паутина! Вот мы и дома. Ой. А где мои любимые тапочки? Что тут произошло? Я пригласил дядю Шнюка. Я хотел принять его как настоящего гостя. Да, только гость из меня плохой получился. Простите. Нет, дядя Шнюк был замечательным гостем. Это я все не так делал. Да. Что ж, в таком случае вам обоим надо потренироваться. Погостите у нас еще немного. А ты, Лунтик, помоги мне принять нашего гостя. Ага. Так, все готово. Идите пить чай. Всему на свете надо учиться, даже тому, как принимать гостей. Но все-таки гости – это здорово. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Тучка. Бывают же такие дни. Ничего интересного не происходит. Надо было мне с Капочкой в гости в соседний улей лететь. Дедуля, я пойду погуляю? Подожди, сейчас посмотрим, что у нас с погодой. Так, тучка. Большая? Да нет, маленькая. Можешь идти. А я пока посплю немного. Здравствуйте, дядя Шнюк. Здорово. Красиво у вас получается. Только вам еще тучу надо нарисовать. Что? Но на небе нет ни тучи. Есть, но пока не видно. Деда Шир только что видел ее в подзорную трубу. Туча. Дождь, значит, будет. Надо спрятать картину, а то промокнет. Пропустите. Ля-ля-ля. Уступите мне дорогу. Почему это? Нужно срочно спрятать мою картину. Будет дождик, а может и ливень. Какой еще ливень?
Шер, в свою подзорную трубу видел тучу. Лучше где-нибудь укрыться. Слышал? Потоп будет. Может, весь лес под воду уйдет. Что делать? Надо спасаться. Куда? Я первый. Пусти. Нет, я. Да вы что? Весь нектар просыпали. Скоро такая буря начнется. Не до нектара будет. Шер в трубу увидел. Нет, надо найти место понадежнее. Вдруг вода сюда доберется. Буря. Представляю, какой ветер поднимется. Наверное, ураган настоящий. Надо всех предупредить. Приближается буря. Спасайтесь! Прячься! Спасайся, кто может! Бежим! Бежим скорее! Сейчас буря будет! Улетайте скорее! Сейчас начнется буря! Прячемся! Сейчас буря будет! Что происходит? Будет потоп! Мы все погибнем! Подземное укрытие! Вупсень! Ой, если будет наводнение, мои тоннели тоже может затопить. Нужно другое убежище, повыше. Так сладко спал. Пойду прогуляюсь. Дорогой Шер, ты не будешь возражать, и если мы переждем бурю здесь? А, кстати, она очень сильная. Страшная! Ужасная! Мы выживем! Подождите, подождите. Ничего не понимаю. Какая буря? С чего вы это взяли? Ты же сам видел ее в подзорную трубу. Я видел лишь маленькую тучку вдалеке. К тому же, она вообще стороной прошла. Вот так панику устроили жители леса. Кто-то не то сказал, кто-то не так понял, а началось все с маленькой тучки. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пух. Ой, какой пушистый пирог. Ой, только не на пирог. Наверное, залетел через окно. Фу. Каждый год одно и то же. Этот пух просто повсюду. Повсюду? Как чудесно! Пух такой мягкий и пушистый. Да. Дядя Шнюк, как здорово стало! Ваша паутина теперь мягкая и пушистая. А завтра пух сваляется, и она станет некрасивой. Посмотрю, удастся ли спасти другие сети. Челенок, привет! Тебе тоже не нравится пух? Как он может нравиться? Пчелам из-за этого пуха нектар в два раза тяжелее собирать. Из-за этого у меня времени совсем нет. Смотри, куда падаешь! Простите. Не видишь? Ой, мы здесь! А что вы делаете? Не видишь? Пух сдуваем. Может, вам надо дуть в одну сторону? Ой,
видела. Что-то в этом году тополь сильно цветет. Пух, это цветы тополя? Скорее, семечки. Каждый год они разлетаются вместе с пухом по всей округе и забивают все мои подземные ходы. И нашу поляну! Привет, Мила! Привет! Ты знаешь, что пух разносит семена тополя? Знаю, только толку от них нет. Видишь? Пух ни на что не годится. Значит, ты тоже не рада. А Кузя? Кажется, он у вашего домика. Кузя, ты здесь? Слушайте, этот пух повсюду. Может, его как-то прижать или слепить? Я уже пробовала, разлетается. А с паутины дяди Пуха, ой, то есть дяди Шнюка, пух не улетает. Паутину? Большое спасибо, дядя Шнюк. Пожалуйста. Теперь надо скатать. Ах! Получилось! Как здорово мы скрутили эту паутину! Ай, ай! Ой, здравствуйте! Здрасте! Сыть! Ловушка! Нам всем конец! Подождите, сейчас я вас освобожу! Здравствуй, Лунтик. Здравствуйте, Пискарь Иваныч. Ты ловишь пиявку? Нет, я ловлю пух. Посмотрите, сколько его наверху. Ну где же Лунтик? А вот и я. Смотрите, что стало с пухом. Ой, он почти растаял. Пискарь Иваныч, а что с ним? Конечно, пух всегда тает от воды. Вы что, не знали? Нет. Нет. Значит, можно намочить весь пух, и он растает? Точно! А воду можно из пруда взять. Да, я смотрю, у вас тут полный беспорядок. Ну что ж, берите воду. Ура! 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 Хорошо, что Пискарь Иваныч разрешил взять воду из пруда. Все дружно принялись за работу. Теперь пуха станет меньше. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Букашки. Будет дождь, пора по домам. Ой. Кузя, иди домой, а я за мечом. Будет дождь, бегите домой. Это был ваш домик? Где же вам теперь жить? Лунтик, закрывай скорее дверь. Сейчас будет ливень. Деда, представь, что ты вдруг остался без дома. И тут пошел сильный дождь. Что бы ты сделал? Ну, я бы для начала зашел кому-нибудь. Ай! Вот эти букашечки и зашли к нам. У них больше нет домика. Можно они поживут в моей комнате? Но о них же надо заботиться. Вовремя кормить, укладывать спать. Я научусь заботиться, деда. Шершуля, они же остались без дома. Да и Лунтику будет полезно проявить заботу об окружающих. Ну ладно, идите греться к камину. Кого-то они мне напоминают, кого-то не того. Оно для вас тяжелое. Я сам положу его в камин. О, эти поленья напомнили вам домик. Не плачьте, я сделаю вам домик у меня в комнате. Вот и ваш новый домик. Это не настоящая ягода, она нарисована. Кубики не едят. Вы же проголодались.
Баба Капа, как ты думаешь, им хватит одного пирожка? Будет вежливо, если ты принесешь больше, чем нужно. А уж они сами разберутся. Где-то здесь был мой стульчик. Странно. Вы хотите спать? Сейчас я вас уложу. Нет-нет, тихий час. Да, заботиться о ком-то не так просто. Дождь кончился. Пока букашки спят, пойдем посмотрим, можно ли починить их домик. Такое ощущение, что этот сучок изъеден зубастиками. Я вспомнил, на кого похожи эти букашки. Это зубастики. Так вот, куда делся мой стульчик. Что? Съели свой дом? Теперь за наш примутся? Домой! Букашки-зубастики! Вас приютили, заботились о вас. А вы? Деда, прости, что я привел их к нам домой. Но их было так жалко. Думаешь, мне не жалко? Но ты же видишь, что здесь им не место. Им нужен дом, который можно есть. И подальше от нас. Куда вы собрались? Гулять. Кстати, в комнату Лунтика пока не заходи. Не переживайте, мы сделали вам новый домик с новосельем. А когда ваш домик закончится, можете смело переходить в соседний. Оказывается, некоторые могут съесть собственный дом. Главное не перепутать, где свой дом, а где чужой.